Масштабный хореографический форум открывают воспитанники танцевальной студии «Танцбандара» из Советского, увлекая присутствующих в мир современного танца. Используя движение, актерское мастерство, декорации и музыку, исполнители создают эффект пластического шоу. У нас девиз этого фестиваля, вот именно этого фестиваля, «Дарим танцам радость». Поэтому постараемся порадовать зрителей, себя хорошим исполнительским искусством, актерским мастерством, ну и просто танцем, хорошим настроением. Соло Кирилла Баранова произвело в зале настоящий фурор. Такую технику исполнения называют «шаффл». В переводе с английского означает «шаркать» или «скользить ногами». Каждое выступление – настоящее шоу. Участники поразили мастерством, красотой и эмоциональностью танца и зрителей, и экспертов, и соперников. Честно, мне очень понравилось, как тут остальные. Очень много видов танцев и... Честно, я бы хотела попробовать их все вместе. Мне кажется, если их все соединить, то получится очень-очень красиво. От классического до современного, от народного до бального. В танцевальных костюмах, сменяя друг друга, выходили на сцену артисты и зажигали зал грацией и пластикой. Настоящий праздник танца собрал сотни участников из Югры и соседних регионов. Многие приехали на фестиваль впервые. Приезжими были и эксперты, которые не только выбрали лучших, но и поделились с танцорами своим мастерством. Мне безумно понравился город, вот эта вот школа искусств, как нас принимают. У меня уже прошел мастер-класс. Я занимаюсь народно-сценическим танцем, поэтому я с ребятами сегодня прорабатывал основные танцевальные элементы танца Урала. Это особенное положение рук, корпуса, особенные хореографические танцевальные элементы в ногах, там определенные дроби. Вот в женской технике присутствует такая дробь, которая называется барабушки. Это особенное переступание ножками такое вот. Мы это все изучали. Всего было представлено 85 номеров. Победители и призеры определились в 6 номинациях. Заслуженное гран-при увезли в Пилым участники народного коллектива, любительского художественного творчества, хореографический ансамбль «Фантазия». Гала Рублевская, Александр Ахрамович, телеканал «Первый советский».